Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Это канал «Евангелие в последнее время». И с вами Игорь. Сегодня первый день недели, воскресенье. Отмечаем также праздник матери, хоть это не библейский праздник как бы, но если бы не мама, если бы Господь бы не дал помощницу Адаму, ну как бы мы родились, да? Ну, Бог знает, в любом случае есть мамы, если еще живые, давайте ценить. Часто мы не ценим, а потом сожалеем, когда они отходят с этого мира. Поэтому я хочу сразу поздравить всех мам, бабушек, потому что они тоже мамы, и всех будущих мам с этим праздником. Благослови вас Господь. Хотя мамы тоже разные есть, и читая Священное Писание, мы видим разные образы. Есть добрые, хорошие мамы, христианки и просто любящие Господа, когда мы читаем Ветхий Завет. И есть мамы, которые, к сожалению, нехорошие. И оставили нехороший след и повлияли на своих детей, практически уничтожив и их жизнь. Но слава Богу за то, что больше положительных, скажем, библейских образов мам, любящих Господа, Бога Израилева. Поэтому благословение вам на этот праздник. И хочу поблагодарить вас всех за то, что вы с нами. Я всегда буду благодарить Господа, я буду благодарить и вас, всех, кто помнит о служении Евангелия в последнее время. Особенно в это последнее время. Особенно, когда мы видим, как завершается последняя часть Божьей истории. И мы видим, как совершается последняя часть Божьих пророчеств. И Бог есть Бог пророков. И время хоть и мрачное и темное, но все равно во Христе мы будем продолжать радоваться и жить, и ценить. Особенно вот мы здесь, в Америке, где еще вроде все нормально, и ракеты не летят над головами, не голодные. Но тем более, наверное, более иметь открытое сердце в сострадании к тем, кто не знает Иисуса, а также там, где сегодня горе. Чтобы мы могли продолжать совершать добрые дела по тем возможностям, которые мы имеем. Помоги нам и в этом, Господь, подвязаться за Евангелие, и остаться верными хотя бы в малом, хотя бы в малом, но не бояться и не идти на компромиссы. Хотя мы видим, что это за время, и Господь предупреждал о нем. И даже между братьями вся вот эта ненависть, злоба, я понимаю. Я также очень много говорю, что не дай Бог, как написано, на зло сказать добро. Но многие открыли свою именно плоть. Многие изображали, играли, играются в христианство. Да? Но как только кольнуло, все. Они показали, кто они есть. И они нуждаются в покаянии. И мы желаем им покаяния. Потому что будет большая беда у них. Хотя на некоторое время у них будет власть, скажем так. И они причиняют действительно очень много зла еще народу Божьему. Как и написано, как бы брат будет предавать брата. Я не меняю Священное Писание, но назвать их братьями очень тяжело. Если покаяться, то можно их и назвать потом братьями и сестрами. Но это такое время. Поэтому благодарю вас в первую очередь, что вы молитесь, поддерживаете это служение именно в провозглашении Слова Божьего. И вот сейчас раннее утро, перед тем, как я поеду на служение в румынскую церковь, у меня сегодня служение в одной нашей славянской церкви и в двух румынских церквях. Мое пребывание в Чикаго, оно будет закончено, Господь позволит, завтра рано утром я вернусь домой. И вчера мы совершили служение от Господа. Эти видео, они есть также на нашем канале на YouTube, поэтому выставлено все, и трейлер готов, уже выставлен
Можете посмотреть, если имеете желание. Но благодарны, благодарны вам, что некоторые из вас уже много лет, несмотря на многие трудности, вы остаетесь верными. И вот в этом скромном служении Евангелия в последнее время, но от Господа. И мы благодарны Богу, что можем быть частью Его великого дела на этой земле. И это дело касается нас персонально. Я не жалуюсь, я вчера очень сильно устал. Очень сильно. И у меня еще были несколько встреч после служения благовестия на улицах. Но пока Господь дает силы, и я не перегораю, и я не перегорю. Но молю Господа, хоть это реально, это жизнь, и, конечно, и возраст отражается, но прошу Господа, чтобы в духе еще больше имел силу Духа Святого, еще больше желания. И помоги, Господь, мне еще больше послушаться Господу и сокрушаться. Хорошо, друзья, я хотел бы поговорить об одном событии, действительно известным, которое произошло, хотя, ну, многие, ну, так и так, ну, в принципе, не то, что пропустили его, но событие не то, что неординарное, но оно связано именно с последним временем, оно связано с пророчествами Бога Авраама, Ицхака и Иакова, нашего Господа. Поэтому я хотел бы немножко поговорить и поделиться своим личным мнением на вот то, что происходит. Да, и мы опять коснемся Великобритании, скажем так, коснемся династии, королевской династии Великобритании. Ну, я и так и назвал, в принципе, видео «Великобритания и семя дракона». Я не хочу утверждать и не утверждаю, если мы касаемся сейчас вопроса Антихриста, я не утверждаю, что он будет из королевской семьи. У меня есть свое мнение. Есть и вопросы. Особенно, если мы касаемся сына погибели, не то, что как бы он придет ниоткуда, но почести ему не воздадут. Но, в принципе, можно и сказать, как бы из неизвестности. Если все же, с одной стороны, я продолжаю так думать, что он будет из королевской семьи и правителем, пускай формальным, но правителем. И, в принципе, здесь можно сказать или посмотреть, как не то, что ниоткуда. То есть, как бы он король, а власти как таковой он не имеет. Это то, что мы видим сегодня и в системе Великобритании. Новый король. Сейчас мы о нем поговорим. И... Но власти как таковой он не имеет, потому что решение принимает премьер-министр. Да? Это мое мнение. Хотя, если посмотреть с другой стороны, на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, если говорить именно об Антихристе, более всего отвечает критериям именно президент Зеленский. Дорогие мои действительно братья-украинцы, я хочу все же вас вдохновить держаться небесного царствия. Держитесь его. Не национальной плоти, а именно интересы Бога Израилева, который ваш Господь, и который вас искупил, и нас, и меня. Церковь свою создал. Он глава церкви. Мы вот этого должны держаться. Я понимаю, что очень тяжело это слышать. Но ведь я говорю, и Писание говорит, что и евреи примут Антихриста, и назовут его Машихом, Мессией. И что из того? Если это правда, значит это правда. Если евреи во грехе, значит евреи во грехе. Зачем покрывать грех и закрывать глаза на то,
Кто есть Зеленский? Я не думаю, что он антихрист. Я сказал, что более всего критериев антихриста именно у него на сегодняшний день. К сожалению, он не покаялся и не кается. Дай Бог, что покаялся. Он не антихрист, он слабоват. Антихрист будет действительно сильной личностью. Сможет ли Зеленский стать сильной личностью? Все равно он не подходит, это не он. Но он прообраз. Антихриста также. Хоть и борется против медведя. Но антихрист придет как миротворец, победив медведя. Зеленский не победит медведя, потому что Зеленский не Давид. Скажете, а как антихрист тогда победит медведя? Не антихрист победит медведя, он будет имитировать победу над медведем, потому что Бог защищать будет свой народ Израиля, когда Гог вздумает атаковать, я думаю, не раз Израиля в ближайшем будущем. Хотя до этого Израиля еще будет война, после которого он действительно как бы уже не будет иметь стен, потому что решит проблему со своими заклятыми врагами вокруг. Это 82-й псалом, пророческий псалом, 82, который еще не исполнился. Но антихрист придет как миротворец. Вместо Христа будет говорить очень хорошие слова, как бы по Писанию, у него будет духовная поддержка. Кто есть еще один зверь, лжепророк. Дело в том, что один из пасторов очень большой церкви, полухаризматической, скажем так, в районе Сиэтла, когда ему сказали, он говорит, нет, сейчас вот нельзя говорить ничего про грех там Зеленского, что он хулил имя Господне. Вот когда закончится война, тогда мы скажем. Да не скажут они ничего. Лицемеры и лукавые деятели, они ничего не скажут. Неужели вы не понимаете? Если не было сказано ранее, если закрыли глаза, если смеялись, так же, когда хулилось имя Господне и Зеленским, и в этом квартале, я не вспоминаю это, я сам человек, который согрешает ноги, нуждаюсь в покаянии, поэтому и желаю покаяния всем Зеленскому так же. Но ведь это не просто так, этот смех, к чему они смеялись? И вот здесь... Что смеялся? Посмотрите, пожалуйста, это видео. Леонид Данилович! Помолчите вы! Помолчите! Вы что не видите? Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я вас тоже прошу. Но не хочу удаляться от тематики сегодняшнего видео. Слова просто так, они не выбрасываются. Они имеют огромную силу. И Библия об этом говорит. Но еще раз хочу сказать. Нет, это не Зеленский. Зеленский слабоват. Хотя критериев много. Как прообраз, да. Встают перед ним, хлопают там известные люди. Это будет в следующем видео нашем. Немножко о нем. О его встрече с Папой Римским. Мы поговорим в следующем видео. Ну, а сейчас все же вернусь. Итак, коронован новый король. Король Англии, Великобритании. Он стал называться сейчас Карлом III. Его короновали в Вестминстерском аббатстве 6 мая, буквально недавно. Его духовный глава церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда Исповедника и произнес слова, смотрите. «Боже, храни короля», которые повторили все присутствующие на церемонии, потом по всей Великобритании начались орудийные салюты, ну вот так. Далее, что интересно, я понимаю, что я не хочу искать никакую конспирологию в самом обряде коронации, это древний их обряд, и искать, как когда-то кто-то сказал, 3 шестерки там на пакете молока, я этого делать не буду. Но каждый обряд имеет смысл, знаки имеют смысл.
да, имеет смысл. И этот обряд имеет также духовную составляющую, духовный смысл. Итак, коронационная процессия во главе с каретой, в которой находились Карл III, его супруга Камила, она, кстати, получила имя Мэри, вот так, в сопровождении 200 кавалеристов отправилась от Букингемского дворца к Вестминстерскому аббатству, где с 1066 года короновали 39 английских и британских монархов. Карл III стал 40-м в этом списке. Имеющий уши да услышит. Далее, перед возложением короны Карла III помазали миром. Сейчас мы больше поговорим об этом. А также вручили королевские регалии, смотрите, державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем, кольцо суверена, меч Эдуарда, исповедника и другие. Ну, а дальше была возложена корона и Эдуарда исповедника, да, и Джастин Уолби, глава архиепископа Англиканской церкви, прокричал: Боже, храни короля. Итак, новый король Великобритании. Достаточно пожилой. И если вам интересно, у нас о Великобритании есть немного, но есть у нас видео. Бывший муж Дианы, ну, мы это знаем, отец сыновей Гарри и Уильям. Да, и многие считают, кстати, даже кто-то говорит, что пророчествует, что он отречется от своего престола в пользу, знаете кого? Я пока промолчу. Но кто-то говорит Гарри, хотя там большие проблемы из-за его жены. Кто-то говорит, нет, Уильям. Мы увидим. А кто-то говорит, мы увидим. Хотя процесс пойдет. Но если даже через его сына, я не исключаю, что он отречется или что-то будет, он пожилой человек. А все равно процесс пойдет через его сына, но далее. И время, оно наступает. Но что интересно, когда мы касались предыдущих видео, да, когда касались мы этой семьи, мы говорили, ну, это связано еще с королевой Викторией, если вам интересно, найдите это видео, посмотрите его. То мы говорили, как она обнаружила, ну, очень такую связь с семьей царя Давида. Интересно? Царь Давид, наш Давид, брат, да, колено Иуды. И вот они утверждают, что они колено Иуды, прямо с семьи Давида, царя, представляете? Они говорят, что семья Великобритании королевская, она оттуда. И вот интересно, я сейчас опять не буду даваться подробности, масло, вот, которым он был помазан, вот в субботу, 6 мая, доставили специальным рейсом из Иерусалима. Оно получено из оливковых деревьев, растущих на Масличной Елеонской горе, где покоится принцесса Элис Баттенберг. Она бабушка Карла III и мать его отца, принца Филиппа. Вначале масло для коронации на специальной церемонии в храме гроба Господня, это тоже интересно, осветили патриарх Иерусалимский Феофил III и англиканский архиепископ там, в Иерусалиме, но сам Наум. Потом этот ели ароматизировали выжимками кунжута, розы, жасмина, корицы, нероли, амбры и цветков апельсина. В Букингемском дворце отметили, что помазание маслом с Масличной горы символизирует историческую связь между процедурой коронации, Библией и Святой Землей. Интересно? Мне очень.
И на этой, впрочем, связь со Святой Землей, где нынешний король побывал в 20-м году, а его сын и, как говорят, наследник Уильям в 2018-м не исчерпывается. Я сказал, что многие говорят, что все же передаст он не Уильяму, а Гере. Не знаю, но все равно там дальше пойдет связь. И дойдет еще до одного. Но он сегодня маленький. Но читаю дальше. Специально коронации на иврите выпущен специальный сидур. Представляете, специальный сидур. Молитвенник. Сидур это на еврейском языке. В котором содержатся молитвы во здравии монарха и процветание королевства. На иврите. Читать их будут во всех синагогах Великобритании. Спросите, ну а как же евреи, граждане Великобритании, часть своего государства? Да, но сейчас мы-то об этом тоже поговорим. И есть у нового британского монарха еще нечто, что объединяет его с еврейским народом. Он был обрезан раввином Джековым Сноуменом. Если не ошибаюсь, Виктория как раз таки вела обрезание, когда нашла связь, как она сказала, с Коленом Иудом, с семьей Давида. Но он один из ведущих лондонских муэлей. Муэлит, который имеет право делать обрезание. У короля третьего даже есть своя индивидуальная кипа. Синяя бархатная ермолка, украшенная официальным королевским гербом принца Уэльского, вышитым золотой и белой нитью. Впервые он появился мне на церемонии вступления в должность главного раввина Великобритании Фраима Мервиса в 2013 году, став первым членом королевской семьи, присутствовавшим на такого рода мероприятии. Вне же он был на церемонии прощания, ну, когда Шимон Перес умер в 2016 году. Ну и, конечно, со всего мира, из Израиля, ну а как без Израиля, да? Все самые великие люди, президенты, да, премьер-министры, так называемые короли. Так, королева умерла, Елизавета, 96 лет ей было. Да здравствует король. Но еще будет и другое, кого они также будут здравствовать. И в первую очередь, к сожалению, народ израильский. Однажды Иисус, Господь, сказал еврейскому народу: «Я пришел во имя Отца, вы меня отвергаете. Кто придет во имя свое, вы его примете. А вернее, придет во имя дьявола, вы его примете». Евреи еще совершат одну трагическую ошибку. Они примут того, кто больше всего будет клясться им в любви. Антихрист, в кавычках, но антихрист больше всего будет говорить о своей дружбе с Израилем. О том, как он любит евреев. И он, который как бы вступится за Израиль. Как сегодня многие вступились за Украину. Думаете, они любят Украину, хотя на деле вроде столько такая помощь идет. Нет, они просто боятся медведя. С одной стороны, это понять можно. Но тот, кто больше всего будет клясться в любви к Израилю, и есть антихрист. И евреи его примут, потому что скажут, что он действительно имеет связь с коленом Иуды. Многие говорят, он из Дана. На самом деле, может быть, так оно и есть. Но они скажут, что он из колена Иуды, потому что Писание ясно говорит. И любого спросите, еврея ортодоксального, там неважно, он скажет, Бен Давид, сын Давидов. То есть официально они должны сказать, что он из Иуды. Тем более колено Данова, мы же прекрасно понимаем, что оно из числа 10 так называемых потерянных колен, хотя у Бога ничего не потеряно. Вы скажете, ну тогда он должен родиться тоже в Бет-Лехеме, в доме хлеба, правда? В Вифлееме. Ну, когда Ирод позвал, он как бы тоже сомневался, не знал. Кстати, Ирод не был евреем. Еще раз хочу сказать, Ирод, династия царей Иродов, она по происхождению, по крови не была еврейской. Они были идумеи, но принявшие иудаизм, как бы. Но он должен появиться, антихрист. Вот кто он? Здесь вопрос.
Я сказал, не думаю, что это Зеленский. Но у Зеленского много критериев. Особенно сегодня. Он становится самым популярным человеком, перед которым встают и хлопают люди, в кавычках, сильные мира сего. И это так. Я не исключаю, но больше я вижу его как прообраз Антихриста. Он тоже подготавливает путь Антихристу. Но этот хаос, который мы сегодня видим, и будет еще больше. Им он нужен. Чтобы пришел тот, который как бы победит войну и предложит мир, потому что люди устанут от войн. Будет говорить очень хорошие слова, как агнец, но с рогами. На самом деле волк. Но даже не волк, а сын дракона. Потому мы приближаемся. Но это не значит, как я сказал, иногда меня обвиняют в том, что я страхи навожу. Я не навожу страх. Я спокойно живу. Кстати, в этом отношении я совершенно не боюсь. У меня других проблем полно, из-за которых я просто переживаю. И да, немало стресс. Но в этом спокойно будем жить. Если у вас нет слишком много переживаний и стрессов, не то, что не обращайте внимания на эти события, спокойно живите, потому что исполняется то, что должно исполниться в великом предопределении великого Бога Израилева, кто только Бог и единственный путь спасения во Иисусе Христе, Господе и Спасителе наш. Поэтому подготовка, она завершается. Хотя это не за один день, не за 5 лет, не думаю, что за 10 лет. Но время бежит очень быстро. Они еще не дошли, хотя многое скрывается. Но работа с искусственным интеллектом еще не завершилась, потому что Антихрист будет напрямую связан с искусственным интеллектом. А метка зверя будет связана с изменением ДНК. Хорошо, друзья. Я больше не могу ничего говорить. Пусть Бог нам поможет остаться верными. Это лишь мое личное мнение. Благословение вам. Самое главное, еще раз хочу сказать, самое главное, эти размышления, так, не так. Мы имеем право на свое мнение, конечно. Но самое главное, это Христос. Поэтому самое главное, это проповедовать Евангелие. И благодарю Бога за эту привилегию благодати, что Бог дал нам это благословение. Ну, а вас, конечно, за то, что вы являетесь совместными участниками этого служения. Через всю вашу поддержку, но в первую очередь молитвенно, которую вы совершаете. Пусть Бог вас благословит. Это Евангелие в последнее время. Еще раз поздравляем с Днем Матери. И говорим шалом и слава только Богу. И да скажет народ Божий, аминь.